Каждый день мы предлагаем один главный товар по исключительно низкой цене. Действительный всего одни сутки. Эта цена только сегодня. Специальное предложение сегодняшнего дня. Вы представляете, 10 января, когда мы впервые представили вам жилет «Трансформер Анфиса», он был распродан за один прямой эфир. Сейчас мы представляем вам три примерных цвета. Хаки, выбор Наташеньки Скачковой, стилист-имиджмейкер. Она долгое время работала с немецкими технологами и знает все о том, какой должна быть модная одежда. А также у нас еще есть премьерные варианты цвета. Синий, бордовый хаки и классика. Черный, который я выбираю, и коричневый. Вы представьте, сегодня действует великолепная акция. Вы выбираете жилет и еще один лот из нашего прямого эфира, и у вас бесплатная доставка. Вы совершаете первую покупку, вы получаете в подарок спрей ламинирования. Вы наш постоянный покупатель. Заберите 10% кэшбэк на вашу бонусную карту. Ну и давайте еще раз познакомьтесь с Наташенькой Скачковой. Расскажи нам, пожалуйста, об этой удивительной сенсации. С удовольствием. Здравствуйте. Во-первых, это бренд Victoria Wish. Это бренд из Краснодара. Девочки, изюминка бренда – это, конечно, мечта любой модницы – выглядеть как девушка с обложек глянцевых журналов. Потому что вы приобретаете не только жилет, но и приобретаете сразу сарафан и даже платье. Кроме этого, девочки, вы не представляете, это нежная, это эластичная эко-кожа. При этом материал очень дышащий, и его ничем не отличить от натуральной кожи. Ну и, конечно же, это ваша идеальная посадка. Я с удовольствием хочу показать на нашей Анне. Она у нас обладательница 52 размера. Девочки, посмотрите, рельефные выточки, рельефные швы невероятно стройнят. Кроме этого, девочки, посмотрите, у нас комфортная пройма. Я сейчас тоже ее хочу вам показать. Анечке очень удобно, потому что она надевает этот жилет еще и на блузу. И посмотрите, длина изделия. Давайте сразу ее измерим. Это очень важный момент. У Ани рост 1,73 м. Итак, Энджи, посмотри, у нас длина 91. Получается, ваш силуэт вытягивается визуально, вы кажетесь еще стройнее и, конечно же, чуточку выше. Итак, только сегодня 1499 рублей. Цена действует только сегодня или пока жилет Анфиса есть в наличии. Наш супер-бестселлер, который 10 января был распродан за один прямой эфир. Ну а как же выбрать размер от 50 до 60? Вот это размерный ряд. Итак, мы берем вообще размер в размер, Энджи. Но у меня, конечно же, пожелание к нашим модницам. Если вы хотите более комфортную посадку, возьмите на размер больше. Это же жилет, который вы будете носить сверху на блузу или водолазку. И, кстати, вот еще наши цвета, Энджи, давай еще раз их познакомим. Да. Вернее, познакомимся с ними. Черный, коричневый, но и премьерные варианты, темно-синий, бордовый или хаки. 1499 рублей, настоящая сенсация, размерный ряд от 50 до 60. И в чем же заключается два в одном? Универсальность нашего жилета-трансформера, Алиса. Ты абсолютно права, смотри, это трансформер, потому что его можно смело назвать жилетом-сарафаном или платьем. Итак, вот посмотрите на наши образы. Вот даже я выбираю этот жилет с водолазкой. Девочки, как мне комфортно, как мне здорово. И я очень рада, что это водолазка Сара, которая тоже будет у нас в эфире. Я надеваю с леггинсами этот жилет, ну и поясочек из моего гардероба. Девочки, давайте посмотрим еще на другие образы, потому что их так много. Энджи, смотри, вот можно вариант, например, как у тебя, да, мне тоже нравится твой вариант с юбкой. Потрясающий образ, так можно пойти, кстати, на работу. Вот с джинсами классическими и с базовой футболкой. Супер. Пожалуйста, с водолазкой, да, такой, и, пожалуйста, с плотными леггинсами. С леггинсами из эко-кожи, и тоже мы надеваем под жилет водолазку. А с блузой, Энджи, посмотри, блуза с бантом. Потрясающие образы, представьте, опять же, с леггинсами, можно водолазку с рукавами, можно без рукавов. Потрясающие образы, стильные, модные, вы дерзкая и уверенная в себе. Цена только сегодня. Ваш гардероб получает сейчас вместе с жилетом Анфиса новое звучание, новый характер. Ваша яркая весна. Вы экономите только сегодня. 2100 рублей. Жилет Анфиса. Изумительная первая покупка. Эко-кожа. Она очень напоминает по фактуре натуральный, но мы знаем, что натуральная затирается. Иногда может потрескаться. Насколько этот жилет Анфиса практичен? Этот жилет очень практичен. Я хотела бы показать сейчас, конечно же, эластичность эко-кожи.
коже. Посмотри, у нас на самом деле очень приятный тактичный материал по тактильным ощущениям. При этом, посмотрите, еще и эластичная эко-кожа. Это большая редкость. Кроме этого, смотрите, эко-кожа, девочки, она всегда воздухопроницаема. Она гигроскопична, она приятна по тактильным ощущениям. И, кстати, она всегда износостойкая. Девочки, а вот изнаночная сторона, вау, посмотрите. Опять же, это приятный материал к телу, если вы, например, захотите носить на какой-то базовый тоненький топ. То есть получается преимущество эко-кожи в том, что это еще и износостойкий, да, долгий материал. Получается, мы приобретаем жилет на долгие годы. Да, потому что это тренд сезона. Вы заказали сейчас жилет Анфиса и, предположим, водолазку Сара, или брюки Вивьен, или брюки Галина, и у вас бесплатная доставка. Но давайте же вернемся к трендам, потому что фактура кожи необыкновенно популярна в этом сезоне. Ты абсолютно права, Энджи, потому что, посмотри, мы можем посмотреть, у нас столько образов мод из натуральной кожи, из эко-кожи. Посмотри, сейчас в моде, конечно, кожаные изделия. Джон Гальяно, кстати, впервые представил на своем показе жилет кожаный. Это была его коллекция невероятная. Он вдохновлялся, кстати, французским послереволюционным движением. Девочки, сейчас такие бренды, как Max Mara, Louis Vuitton, Gucci, Хлоя используют в своих коллекциях жилеты из кожи или эко-кожи. Это тренд сезона. Будьте яркой, будьте неотразимой, будьте самой модной. И жилет Анфиса — еще один лот из нашего прямого эфира, и у вас бесплатная доставка. Звоните нам по бесплатному номеру, который видите в левом нижнем углу вашего экрана. Жилет Анфиса – это тренд, это стиль, это новый характер вашего гардероба. Вы – икона стиля. Выбирайте цвет. Может быть, премьерный бордовый, темный, синий или хаки. Кстати, хаки выбирает Наташенька Скачкова. А может быть, классика в черном и коричневом. Но как же быть уверенной в том, что он идеально подойдет? Разные типы фигуры, и неважно, какой у вас тип, этот жилет подчеркнет только ваши достоинства. Посмотрите, наша Евгения обладательница 52-го российского размера. Итак, девочки, посмотрите, рельефные швы, они будут стройнить. И, конечно, это гарантия, что жилет сядет идеально в зоне груди. У нас здесь, кстати, удобная, комфортная пройма, да, Женечка сейчас ее покажет. Посмотрите, опять же, это ваш комфорт и это ваше удобство. И длина изделия, которая тоже визуально будет вытягивать ваш силуэт. 10 января жилет Анфиса был распродан за один прямой эфир по вашим многочисленным просьбам. Сегодня в качестве главного товара дня. Цена действует только сегодня или пока жилет Анфиса есть в наличии.